Интересно, откуда здесь такие птичьи следы? Кто же здесь на нашей ветке сидел? Сейчас посмотрим, кто это может быть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, а вот он. Вот он, птенец. Сидит и ждет, когда прилетит мама и его покормит. Его задача только сидеть на веточках, переваривать и какать. Как все маленькие детки. Он сидит тихо-тихо, маму ждет. Интересно, мы дождемся. Опа, вот. Правильно мы определили местоположение птенца. Вот как раз по этим следам. Если следы на земле такие есть, значит, где-то наверху птенец дрозда сидит. Вот он. Дрозд, птица певчая. Вон, мама с папой прилетели и переговариваются. Подлетать, не подлетать. Папа говорит, что его оставило в таком месте. Мама говорит, ну как же, я же не знала. Ну вот теперь как к нему подлетать? Совершенно ясно, они переговариваются. Вон она прилетела, мамочка. А подлететь боится. Да, и ты тоже ждешь птичку. Сейчас она подлетит, покормит своего птенчика.